подумал, что ты сможешь помочь мне. Подожди, Геральт. Эскель, нас ждет Шорель. Нет, нет, я выдохся. Выдохнемся, когда будем кормить червей в земле, а не после часа ночи. Хоть пока не откажут ноги. Ноги у тебя в порядке. Говори. Отдохнуть мы сможем только, когда весь мир очистится от чудовищ. Когда мы завершим дело нашей жизни. То есть никогда? Иначе что нам останется? Вот именно. Идем. Давай еще часок.